Саратовский медицинский институт – один из старейших в России. Он готовил врачей еще в период Первой мировой войны. Сейчас это крупнейший центр подготовки специалистов-медиков. За успехи, достигнутые в подготовке специалистов, разработке новых методов в медицине, Саратовский медицинский институт награжден орденом Трудового Красного Знамени. На кафедрах института работают ученые, имена которых широко известны в стране. Видный хирург, профессор Татьяна Александровна Куницына в настоящее время углубленно изучает проблемы онкологии. Профессор Галина Николаевна Захарова. На кафедре, возглавляемой ею, успешно разрабатываются проблемы хирургии кровеносных сосудов, в частности, в хирургическом лечении гипертонии. В ближайшее время здесь будут осуществляться операции по пересадке почки. Кардиологический центр. Примите кардиограмму больного Иванова. Электрокардиограмма по телефону и радио. Она передается в кардиоцентр, где специалисты сразу же уточняют диагноз, дают квалифицированные рекомендации по лечению больного. Наблюдение за состоянием инфарктных больных с помощью электронно-вычислительной машины. Клиника, руководимая профессором Эммануилом Шиваховичем Халфиным, успешно проводит эксперименты в области сердечно-сосудистых заболеваний. С применением новейших математических методов здесь разработано управляемое лечение гипертонии с ежедневным подсчетом, требуемой каждому больному дозы лекарств. Современный гиперболоид нашел применение в одной из крупнейших лабораторий страны по освоению лазера в медицине. В клинике профессора Кошелева Владимира Николаевича ведутся исследования в области лучевого скальпеля, успешно применяется лазерная лучевая терапия.